Один из автомобилей, который находится в правой полосе, является заводским, а в левой полосе с тюнингом. Дав небольшую фору, тюнинный экземпляр начинает достигать. Но не так-то все просто. Да, не просто оказался стоковый вариант. Догоняет. Медленно, но дотягивается. Хватит ли мили? Вот в чем вопрос. И это огромное. Нет, не хватило. Вот он, финиш. Вот так вот. Как показывает практика, не всегда тюнинные варианты оказываются быстрее даже заводских. Не всегда. Мы сейчас еще и результаты посмотрим.